Форма военнослужащих, милиционеров и партизан – это все экспонаты частной коллекции Станислава Ускова. Они же стали основной частью выставки. Военную форму гродненский коллекционер собирает более 10 лет. Все началось с одной подаренной фуражки, а 2 года назад здесь же прошла его выставка форменных головных уборов. Эта коллекция униформы, говорят в музее, будет не менее интересной для гродненских зрителей. Я собираю только униформу Советского Союза. Это не только там армия или военно-морской флот, ну и других различных гражданских ведомств, то есть всех тех служб, учреждений, где носили военную форму, вплоть до школьников. Все экспонаты датируются периодом начала Первой мировой войны и заканчивая первыми послевоенными годами. Особый интерес вызывает военное оружие – автоматы, пулеметы и пистолеты. Среди них есть уникальные вещи прошлого века. В центре выставки инсталляция с тачанкой и пулеметом «Максим». Кстати, они же и стали своеобразным символом эпохи гражданской войны. Пулеметы «Максим» устанавливались на такие брички, тачанки – это... И такие тачанки, они входили в состав кавалерийских подразделений, были очень мобильными. Такой тачанкой можно было заехать практически в любое место и с помощью пулемета поддерживать наступление именно уже всадников, так как всадники по большей степени в то время были вооружены холодным оружием, саблями, в меньшей степени винтовками и пистолетами. Выставка «Человек с ружьем» – это рассказ о трагических событиях в истории всей страны. Ознакомиться с уникальными экспонатами можно до ноября. В музее в первую очередь ждут школьников. Для них уже подготовлены специальные экскурсии. Также она будет интересна и тем, кто увлекается изучением истории. Яна Мельниченко, Евгений Руслевич, новости Гродно+.